Привет, ребята, с вами Каиса. Я начинаю новое прохождение Tomb Raider, Tomb Raider 2 Gold, или как оно в оригинале у европейцев, The Golden Mask, Золотая Маска. Ну, я взял образ американского региона, так что будет Gold на экране. Так, мы начинаем. Ну, дом Лары мне не интересен, там ничего нового. Так, контроль. Давайте посмотрим. А, ну, так все и останется. Понятно. Так, и мы начинаем новую игру. Новая игра — это дополнение. Дополнение ко второй части Tomb Raider. И фанатская PlayStation 1 версия. Так, мы начинаем первый уровень. Нас сбрасывают в воду сразу. Вижу гарпуны, но сперва я бы... А, и гарпунное ружье тоже вижу. Сперва я бы выплыл отсюда, потому что тут акулы, по-моему, какие-то плавают. Рыбы. Я ищу, где можно выбраться. А, вот здесь вот. И вертолет такой. Так, где-то тут акулы должны быть, а еще леопард. Бац, снежный. Ну и, конечно, воду мы осмотрим непременно. Я смотрю, неужели никого в воде нет? Должны же быть, нет? Так, вижу гарпуны, стрелы. Нету никаких рыб, странно. Это очень странно. Ну ладно. Так, здесь у нас что-то есть. Гарпунное ружье. Тут ничего. Так, еще стрелы для гарпуна. И еще есть вот немножечко. Забираем себе в карманы. Так, неужели акул нету? По-моему, они были в ПК-версии. А может и нет. Я уже плохо помню. Давно играл в Золотую Маску. Так, возьмем ружье тогда. Так, что-то здесь еще должно быть очень важное в этом водоеме. А, вот акула, я же говорю, что она есть. Так, плывем назад. Надо бы ее расстрелять. Я не хочу тратить гарпуны. Хочу просто из пистолета ее расстрелять. Одна акула, интересно. Так, ну вроде готово. Давай с этой стороны начну осматривать. Так, что тут у нас? Ну тут я ничего не вижу. Вот еще стрелы. Отлично, возьмем. Вон еще. Тоже неплохо, сойдет. Больше не вижу ничего. Так, вот тут я остановился. Тут есть пещерка. А в пещерке есть секрет. Первый секрет — это монетки. Вместо дракончиков, да, здесь будут другие совсем секретики. Не знаю, есть ли еще что-то в этой воде. Я уже, по-моему, все тут оплавал. Даже музыку второй раз повторил. Но больше я тут ничего не нахожу.
Так что все, выбираемся отсюда. Секрет мы взяли. Да, не так давно, несколько лет назад, может быть, фанаты портировали на PlayStation 1 вот это дополнение «Золотая маска». Можно сделать сохранение. Да, кстати говоря, тут какая-то особенность. У аптечки зеленый крестик вместо красного, привычного. Так, есть дробовик, есть статистика. А, холодная война. Вот как называется первый уровень. Так, прыгаем в пещеру. Тут есть еще барсы. Берем патроны для дробовика. Пока не вижу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Валун скатился. Неожиданно. Так, есть пещерка. Расстреливаем эту кошатину. Так, здесь в пещере еще берем патроны для дробовика. Слева ничего не вижу. Да, играю я опять-таки на эмуляторе DuckStation. Мне очень понравился. Хорошую картинку выдает и эмулирует, в принципе, точно. Все работает. Пауза. Да, он еще один бегает. Ну где ты? Где он? Ну, вроде готов. Так, здесь темно довольно-таки. Да, тут и вот есть еще тут ящик, который можно отодвинуть. А за ящиком у нас маленькая аптечка находится. Возьмем. Так, здесь вроде бы ничего нету. Темно. Да, возможно, я сейчас зажгу флеер. Бежим дальше. Тут, по-моему, еще валуны покатятся. Ага. Пускай. Еще один бакс. Дерется гад. Так, что в этой пещере? Патроны для дробовика есть. И еще патроны для дробовика есть. На противоположной стороне. Вроде бы больше тут пока ничего я не вижу. Так, бежим назад тогда. Луны скатились. А, вот, флееры есть. Есть флееры. Вроде бы все. Пора уходить, наверное, отсюда. Идти вперед. Так, осторожно. Тут яма. Что в яме? Да вроде ничего нету. Пустая. Ладно, давай сделаем сохранение. И будем следовать дальше. Я не помню, честно сказать, расположение всех секретов на этом уровне, но постараюсь вспомнить. Мне обязательно надо их все собрать. В каждом уровне. Ай-яй-яй. Да, валун, оказывается, с той стороны катился еще. Ну ладно. Загрузка была. Точнее, недавнее мое сохранение. Ага, спереди катится. Тут у
у нас есть патрон, патроны для дробовика. А тут сверху есть проход. Мы позже сюда еще вернемся. Так, этот валун тоже уже скатился. Идем вот сюда, направо. Что тут у нас? Ну, тут я ничего не вижу. Ага, есть ледяная стена. Лестница. Можно забраться наверх. Забираемся. Перемещаемся влево и лезем выше. Так, я вот не знаю, есть ли там еще что-то. Наверное, ничего больше там и не было. Вот я куда-то залез. По-моему, сейчас стоит дробовик взять и не жалеть особо. Да, вон. Пришли стрелки. Двое, кажется. Ага. У одного есть патроны к М16, а у второго что там было? Ага. Патроны к М16 тоже. Окей. Ладно, возьму пока пистолеты. Большая аптечка. Славно. Ага. Угроза. Да, мы на территории России находимся, а точнее СССР. Так, тут я ничего не вижу. Окей, лезем наверх. Бочки стоят. Ну, бочки как бочки. Зачем они нам нужны? Не нужны нам бочки. Проследуем дальше. Так, слева, справа ничего не вижу. Прыгаем вперед. Ага, тут надо хорошо прыгнуть. Вот так вот. Справа видим ящик. Слева видим пещеру. И еще два ящика. Так, их надо как-то сдвинуть. А вот как, я не помню. Куда точнее их сдвигать? Ну давай на себя тогда буду выдвигать пока. Там, судя по всему, есть проход. А, мне надо вот так вот к стене этот ящик пододвинуть, чтобы мы смогли забраться наверх. Да, вон там проход. Тут еще один есть ящик. Можно его выдвинуть, посмотреть, что за ним там находится такое интересное. Оббегаем пока это дело. И здесь мы берем маленькую аптечку и патроны для дробовика. Ага. Это не секрет никакой. Просто нычка. Так, вроде бы все. Вроде бы. Ну, можно этот ящик подвинуть и к тому ящику. Я думаю, никакого это не сделает. Так, сохранюсь, пожалуй. Посмотрю, что тут еще есть на первом этаже. Я помню, что тут в яме, в большой яме, есть секрет второй. Вот в этой яме, там, которая внизу. Но туда лучше сейчас не спрыгивать, потому что я разобьюсь просто. Там надо по тарзанке проехаться. И мы тогда сможем взять, потом спуститься там где-то надо. Так, ну залазим наверх. Тут
Тут у нас есть еще маленькая аптечка вот. Ага. И это еще не все. Сейчас еще, по-моему, орел прилетит, что ли? Да, вот уже летит. Где ты? Стреляем. Так, а вон я еще вижу флееры, забыл. Вот тут на обрыве прям. Да, такой ракурс камеры здесь интересный. Показан. Так, берем флееры. Так, внизу, ну, яма. Яма как яма, да. Вот там вот где-то можно будет спуститься. Но только не здесь. Здесь я явно спущусь. О, я, кстати, вижу барса там. Барса вижу. Мне кажется, я его особо расстрелять сейчас не смогу. Давай подъедем уж тогда к нему. Так, залезаем наверх. Сохраняемся и едем на этой тарзанке. Но вроде ехать надо не до конца, а где-то упасть. Мне кажется, я не доехал чуть-чуть. Две птицы. Так, и бегают еще барсы. Здесь где-то. Убиваем барса. Здесь яма. Здесь у нас что? Здесь что-то есть. Еще один бандит. Так, у него что-то есть. Ага. Так, вижу за решеткой маленькую аптечку, но взять ее отсюда пока невозможно. Надо будет найти способ. Так, тут у нас есть ключ. Вот, первый ключ. Ага. Что за ключ такой? Guardroom key. Также тут есть рычаг. Я думаю, стоит нажать его, сразу опустить. Так, вон еще идут двое. Так, а куда они идут-то? Они ищут ко мне дорогу, но, по-моему, это здесь. Входная дорога-то. Так, как-то за секретом можно спуститься тут. По-моему, вот здесь вот как раз. Я сейчас сохранюсь. Здесь, по-моему, есть такое место. Только осторожно надо. О! Здесь можно даже стоять, вот. И здесь тоже можно стоять. А вот так вот можно спуститься. В эту вот яму. Так, я не помню, что в этой яме. А, барс бежит. Один вопрос. Или не один?
Так, вот пещера. Ага. Ага. То есть мы не залезем отсюда. Ага. Вот берем золотые слитки. То есть мы не выберемся, получается. Надо будет туда скатываться, вернуться чуть назад. Да? А, нет, а почему? Мы же можем залезть. Может, тогда и не стоит скатываться мне вниз. Вроде я там мог как-то устоять. Да? Ну да. Тогда не будем возвращаться ненужным путем нам. Так, видим, там еще есть патроны для дробовика. Допрыгнем до них и возьмем. Тут еще не все секреты. Ну, не то что секреты. Тут есть одно местечко очень интересное. Так, здесь я уже бывал. Только, по-моему, я не доехал на тарзанке. Не помню. Так, вы тут, ребята? Где они? Они заперты вообще. Ну ладно, пускай пока бегают. Тут еще ящик есть вот. Так, можно сделать сохранение. Прыгнуть вот сюда вот, например. Так, вот тут у нас что-то есть. Ах! Ты смотри, валун меня сразу же придавил. Как же от него спастись? Наверное, надо пробежать чуть-чуть вперед куда-то там. Давай еще раз попробуем. Вот так вот надо сделать. Понятно. Так, а что там? М16 у нас там находится. Штурмовая винтовка. Ага. В этой большой яме. Так, и вылазим обратно. Больше тут, по-моему, ничего нету. Не помню. Да, по-моему, больше тут ничего. Так, ну вот там вот, перед тем, как вставлять ключ в замочную скважину, у нас слева здесь есть еще ящик. И тут я еще, по-моему, не все осмотрел. Да, вот тут пещера. Тут вход есть вот даже вот. Что тут у нас? Патроны для автоматических пистолетов. Ага. А, и двери надо открыть еще тут будет. Так, а здесь опасно. Здесь вообще решетка и там яма. Рычага я тут не вижу. Надо вот будет открыть вот эту деревянную дверь. Давайте вытолкнем вот этот ящик. Я не помню, на себя его двигать. Или наоборот вперед. Нет, на себя нельзя. Вперед, значит. Так, а что же она закрывает там этим ящиком? Там нет прохода случайно. Так, вот тут у нас есть интересное местечко. Тут, по-моему, УЗИ где-то можно взять. Или автоматические пистолеты. Что-то, короче говоря, из этого.
Да, но тут опасно. Тут высокая яма. Можно разбиться. Если я сейчас буду прыгать, я не допрыгну. На руках я тут не переберусь. По-моему, тут надо вот так вот как-то прыгать. По скатам. Нет, Узи я вспомнил, будет в другом совсем месте. А тут, наверное, автоматические пистолеты где-то. Так, где-то дверь открылась, слышали? А где это? Во! Допрыгал до места назначения, открылась дверь. Ну, теперь можно прыгать вперед, наверное. Да, и вот тут у нас автоматические пистолеты спрятаны. Ага. Замечательно. Здесь вроде бы тупик. Выбираемся. Так, ну теперь можно идти смело, вставлять ключ, чтобы взять в руки. Давай дробовик возьму. Вставляем ключ и сделаем, наверное, сохранение. Сохранение прошло успешно. И вот сейчас выйдут ребята. А где второй? А он тут один, что ли, бегает? Ага. Я думал, их тут двое. Ага. Так, берем патроны разного калибра. Здесь мы видим дверь, которую я открыл. Заходим, наверное, в нее. Если пробежаться в конец, то можно обнаружить аптечку. Так, и слышны шаги. Ага. Еще кого-то. Наверное, лучше взять винтовку М16, она дальнобойная. На дальность хорошо будет работать. Так, сделаем прыжок вперед. Не скачусь я отсюда. Ага, вижу. А вон еще один внизу стоит. Тут еще один бегает. Там вот еще внизу бегает. Ну давай, иди сюда. Куда ушел? Уходит, гад. Ну ладно. Здесь вроде бы можно где-то слезть. Может быть, надо на руках? Вот так вот. А нет, так я упаду уже. А, вот так вот. Понятно. Ой, тут со всех сторон обложили. Где ты, птичка? Где ты? Улетела, что ли, уже? Заглохни. Так, надо того добить из М16.
И сверху там еще бегал. Так, здесь я, кстати, не допрыгну. Если буду прыгать пешком. Так, он еще живой там. Вроде бегал. А, все, упал. Да, надо будет слезть в эту яму. Так, у трупа что-то есть. Ага. Да, патроны к М16. Ладно, возьму пока пистолеты свои. Тут берем маленькую аптечку. Ага. Так, тут довольно темновато. Рычаг тут у нас есть. Что он делает? Открывает дверь. Замечательно. Наверное, нам это и нужно было. Да, вот тут у нас есть этот снегоход. Ну, я не знаю пока что. Может быть, вниз пока слезть. Мне все равно в эту яму надо слазить. Вроде вот здесь вот можно это сделать. Так, ну из чего бы вас пострелять? Сколько у вас здесь? Один? Ну, я не слышу больше. Кого? Так, здесь у нас есть еще флееры, патроны ага. для ружья. Ага. Вроде что-то еще должно быть. А, ну и можно, кстати, без снегохода здесь забраться. Ну давай, пока не будем тогда. Хотя, мне кажется, он мне все равно понадобится. Ладно, пока пешком походим. Посмотрим. А, вон туда мне надо, на снегоходе как раз. Пешком я туда не пройду, но там окна. Так, мужик, у тебя что-то есть, ага. да? Тут дверь закрыта вообще. Здесь пещера. Можно спуститься еще ниже. Можно пойти сходить в пещеру. О, тут, по-моему, сейчас что-то нехорошее будет. Фу, давайте я сохранюсь пока что. Ага. Большая аптечка, патрон. А, вот, слышите, да, этот шум? Ой-ой-ой, у меня здоровья было мало. Надо было подлечиться. Так, ну я все же М16 возьму, наверное. Ага. Ты где? Давай, едь сюда. А че он уехал? Готов. Все. Доездился. Так, не помню, есть ли тут что-то еще. Ну, можно, кстати, снегоход его взять, вражеский. Но минус его в том, что он
не может ускоряться. Ага. А, вон еще патроны к автоматическим вижу. Ага. Так, нет, здесь у нас потолок. По всей видимости. Ой, это лучше тут не прыгать так экстремально. Так, а если тут еще что-то? Не, ничего не вижу. Ладно, бежим тогда. Вот сюда вот. Дверь открыта. Здесь был еще один чайник, которого я убил, да. У него что-то ага. есть. Патроны к М16 были. Так, ну и предлагаю, наверное, вернуться за снегоходом. Все-таки. Понадобится он мне все-таки. А как вернуться? А, это не отсюда, да? Отсюда я не допрыгну, разобьюсь. Скорее всего. Я, конечно, попробую. Но мне кажется, разобьюсь. Вообще, а как-то я должен же перепрыгивать. А, тут склад. Ничего себе. Тогда возвращаемся назад. Ну или пока не буду я его брать, возьму вражеский. Посмотрим, что мы сможем сделать с вот этим снегоходом. Сохраниться, а то я сейчас так улечу куда-нибудь. Еще один вражеский. Где? Готов. Да, здесь можно улететь. Там вот, например, вообще яма, по-моему. А тут у нас, я не помню, что. По-моему, что-то есть вот за этим местом, нет? Или ничего нету? Где-то какая-то, по-моему, секретка была. Так, я не могу забраться наверх. Нет, не хватает высоты. Нет, не могу забраться наверх. Ну ладно. Еще одного убил. СССР вот как раз надпись. Ничего тут не вижу. Ладно, идем тогда отсюда. Вот это, судя по всему, позже разрушится. Вот эта стена. А здесь я ничего не вижу. Можно вот сюда пройти. Вернее, нужно сюда пройти. Вижу там двух бандитов. Валуны.
Так же вижу. И вижу рычаг. Надо нажать рычаг. Возьму М16. Ага, скатились по луны и растопили лед, по-моему. И вышли два урода. Один готов. А где второй? Или он тут один был? А, он тут один был. Понятно. Ага. Так, маленькая аптечка и патроны к М16. Нормально. Так, вот тут еще дверь есть. Наверное, рычагом она открывается. А, это я стенку разрушил. Видимо, нет. Что-то сделал такое. Так, вот тут вообще люк. Я не знаю, он сейчас откроется, да? Нет? Нет. Так, вот тут были валуны. Теперь их нет. Да, вот тут у нас вода теперь появилась. Мы можем поплавать. Подводная пещера. Так, а что наверху? Можно всплыть даже. И где это я нахожусь? А, над решеткой. Но тут ничего нету. Плывем дальше. А темнота какая-то пошла. Погоди, я отсюда приплыл? Нет? Нет. Так, тут у нас, по-моему, что-то есть. Но наверху. Да, мы не можем туда забраться. Ну ладно. У нас большой зал. Тут, по-моему, сейчас какие-то снежные жители будут. И они как эти, как монахи в монастыре Барханг, вроде будут к нам нейтральны, если мы в них не будем стрелять. А, и там вот третья секретка видна, золотой череп. Так, а здесь вообще все как-то снежно, заморожено. Плохо видно. Где может быть яма, где нет ямы. Так, ну тут я ничего не вижу. А с этой стороны... высоковато, чтобы забираться. Нет, тут я тоже не заберусь. Хотя вот здесь я не могу, да, забрать? Не, не могу. А, или могу. Не, наверное, не могу. Так, что у нас здесь? Вот так не могу забраться. Могу, по-моему, и взять большую аптечку. Ну да. Ага. Два валуна упали и вообще разрушили тут все. Да. Весело там теперь у нас высоковато будет. Так, а тут непрочные платформы. Можно по ним побежать, 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 побежать. И куда-то прибежать. А что это? Что тут у нас? Мне кажется, я наоборот должен был отсюда бежать туда. Я залез как-то неправильно. Не так, как предполагалось игрой. Но это я обратно вылазил, кстати.
А, кстати, вот, обратите внимание, я про это и говорил. Тут теперь у нас лед стал, и мы можем туда забраться. Но вот тут закрыто. А мне кажется, что-то тут есть за этой пещерой. Берем патроны для УЗИ и гранаты. Так, тут осторожно, не разбиться бы. Не, давай я сюда пойду. Лучше. Так, ну, по-моему, можно сохраниться. Ничего такого я не потерял. Так, ну, по крайней мере, я знаю теперь, где третий секрет. Здесь он. Так, тут можно вот сюда еще запрыгнуть. Посмотреть, что здесь. Можно даже залезть. И даже сюда залезть можно. Ничего себе, тут можно даже стоять. Забавно. Но зачем? А, вот сюда скатиться. А, вот так вот я бы мог еще взять аптечку, кстати. По всей вероятности. Не, ну так я скачусь. Вообще будет нехорошо. В общем, бежим отсюда. Так, где бы спуститься? Нет, по-моему, вот здесь я видел место. Где можно спуститься? О, вот тут вот. Так, ниже можно? Да. Тут вообще что-то вроде ската. Так, я не помню, вот это разбивается. Стекло это, не стекло. Вот, короче, снежные люди. Вот валун, который все разрушил. А где секрет? Вот секрет, череп. Давай пока пистолет, наверное, возьму. И возьмем третий секрет. Прибежали. Аптечка под текстуру, что ли? Видели это? Охренел. Живучий гад. Там еще что-то где-то выжил. Блин, по-моему, они все тут выжили. Берем дробаш. Еще минусуем двоих. Да, что-то как-то снежные люди, по-моему, даже и не помогли. Или они умерли уже. Я тут попал на аптечки. Нет, я вот определенно там под текстурой видел маленькую аптечку. Может, я ее где-то не взял. Вот я бежал, бежал. А, может быть, она вообще за этой текстурой спрятана. Не знаю, в общем, не вижу. Ладно, возьму пока пистолеты.
Неужели всех убили? Не, вот это что-то не разрушается. Даже. Тут я ничего не вижу. Да, похоже, всех убили. Где тела? Во! Мертвые лежат. Видимо, у них не так много здоровья было. Ну, ладно, пошли отсюда. Тут у нас есть пещерка. Даже две. Опа, барсик бежит. Может быть, возьмем эти автоматические пистолеты? Там еще один был, не помню, или он тут один. Так, а зачем мне вот этот путь? Стекло даже не разбивается, странно. Ну ладно. Тут вот у нас лестница есть наружу. Секреты я взял. Это самое главное. Выбираемся отсюда. А получается, для чего я вообще сюда ходил? Или я сейчас куда-то выберусь? Какому-нибудь ключевому предмету. Непонятно. Так, ну тут я ничего не вижу. Дверь открыл где-то. Ха. А, это же здесь. Подожди, я взял какой-нибудь ключевой предмет? Нет. Значит, это чисто ради секрета, что ли, я туда ходил? А, ну может и стена растопилась, кстати. Да, скорее всего. Открылась та стена, точно. Совершенно верно. Так, ну идем вперед тогда. Где кто? Один готов. Где второй? Второй готов. Там еще третий ходит. Надо рычаг нажать. Ага. У этого патроны для М16. Так, может ее взять тогда сейчас? У меня мало здоровья. По-моему, я тут дверь открыл, да? Там где этот еще бегал? А где он? Что-то я его не вижу. Готов. Так, вот в этом месте, ага, я помню, можно взять УЗИ. Но берутся они очень сложно. Тут обрыв еще. Ага. Осторожно. Хотя, может, снегоход... Не, пригодится мне. Вот тут проехать как раз мне надо будет на снегоходе. Так что за ним еще придется вернуться. Так, сейчас объясню, как взять УЗИ. Я уже объяснял, кажется. Тут вот есть такие наклонные скаты. У этого трупа что-то есть. Ага. Да, патрон для автоматических пистолетов. Вот если подойти сейчас к обрыву, то можно заметить, вон там в яме лежит большая аптечка.
А тут там лежит тоже что-то лежит. Так. По-моему, вот этот наклонный скат нам нужен. Я сейчас залезу наверх, сделаю сальто назад. И нам надо зацепиться руками. Будет там, чтобы слезть мы могли вниз еще. А, надо с разбегу. Только вот так вот, в перевороте. Нет? А, нет, немного не так. Понятно. Или хотя... Может быть, так тоже можно, только надо было прыжок нажать. Да, возможно. Так тоже может получиться. Я еще раз попробую. Так, ну здесь я залезть никак не могу. Никак. Вот, сейчас надо было делать прыжок. Я не успел его сделать. Ну, по-моему, можно это и с другой стороны попробовать провернуть. Может, будет даже проще. Сейчас я только подлечусь. Явно не хватает. Вот здесь попробовать. Ах, только видишь, я падаю вперед ногами, а мне надо наоборот сделать. Попробуем еще раз. Может быть, прыжок с переворотом как раз вот сейчас сделать, чтобы Лара скатилась, ухватившись руками. Вот так вот. Ох, она разбивается, мне не хватает аптечки. Да, да, надо подлечиться, видимо. Ну давай подлечимся. Во! Я уцепился, и где-то тут можно спрыгнуть вниз, но я не помню где. В каком именно месте. По-моему, надо полное ХП иметь все-таки. По-моему, здесь все-таки высоковато довольно-таки. Допустим, я подлечусь еще. Ну, почти полная. Выживаем? Да. Выживаем. Ага. Берем магазины для УЗИ в яме. Берем большую аптечку. Ага. Берем сами УЗИ. Ага. И вылазим отсюда где-то здесь вот. Да, надо вернуться за снегоходом. Наверное. И пригнать его сюда. Вылезаю я уже в знакомом довольно-таки месте. Можно сохраниться. Кстати говоря.
Так, как быстро вернуться? Да быстро не получится, в том-то и дело. Надо вот здесь прыгать, где я залазил. А забираться, по-моему, где-то здесь, да. Без вариантов. Так, ну поехали. Здоровья хватит. Теперь мне вот в ту пещеру, как раз, которую я видел, нужно на снегоходе. Да, тут осторожно. Надо действовать. Там вот уже, по-моему, конец уровня, на самом деле. Скоро будет. Сохранюсь поближе. Возможно, там сейчас кто-то будет еще из киллеров. Ой. А вот застрять в этой пещере — это все. По-моему, приговорить. А хотя, может, мне больше и не нужен снегоход. Надо проверить. Так, ну, по-моему, стоит еще подлечиться. Ну, последняя маленькая аптечка остается. Обидно-то как. Ой, валуны еще скатились. Ничего себе. Секрет. Один готов. Не помню, сколько их тут. Так, замочная скважина, впереди дверь. Так, ну ладно, нам надо ключ найти, видимо. О, еще один пришел. А ты откуда пришел? Сзади откуда ты подкрался? Ага. Так, вот у этого ключ как раз. Ага. Там еще один, что ли? У этого гранаты, а у этого что? Ага. Патроны на этот, как его? Для автоматических пистолетов. Так, ну тут я больше ничего не вижу. Справа вроде тоже ничего нету. Так, у меня есть ключ. Shift B key. Интересное название. Вот сюда его надо вставлять. Ну, давай. Что я открою этим? Погоди, я открыл здесь дверь, а вот эту дверь как не открыть? Видимо, ее позже открою.
сначала надо сюда зайти. О! Серьезно? Это ты? Так, осторожно. Где я вообще оказался? Решетка. По-моему, я здесь был раньше. Только снизу, да. Какие-то окна еще есть там. А в окнах есть что-то? Так, здесь решетка. Здесь ничего. Здесь яма. Здесь тоже ничего нету. Так, а ради чего все это было? А, рычаг. О. Открываем дверь. О, там еще кто-то вышел. Мне вот интересно проверить, там что-то есть или нету. Место интересное. Возможно, там нет ничего. Я вообще скачусь вниз. И без снегохода уже не выберусь. Могу не выбраться на... Ну, забрался я сюда. И что? Что теперь-то? Ну, яма тут. Был я тут в свое время. Блин, я теперь назад не залезу. Ну да. Ладно, проще загрузиться. Ну там совсем немного осталось в этом уровне. Может, еще нескольких поубивать. Все. Закончится. Так, вот, бежит. Ты где? Готов. Блин, но здоровья опять мало. Ага. Если еще сейчас один выйдет. Так, нет, ничего. Я просто боюсь, там еще сейчас один выйдет. У меня мало хп, надо подлечиться. Блин, у меня большие только аптечки остаются. Арх, как быть? Ладно, лечимся. Ой, еще двое. Готово. Ага. Так, патроны для дробовика. Ага. И маленькая аптечка. И тут еще в углу патроны были. А как их взять? А, ладно, не залазил. Ага. Так, берем патроны дробашу, значит. И, наверное, все. Или не все. Погоди-ка. Тут ничего я не вижу. Ой, еще птицы. Где-то птицы еще летают. Так, здесь рычаг есть. А, вот это я вижу. Стоп, нет. Так, он еще сверху бегает.
там еще один бит. Готов. Но как мне туда забраться? Вот я, по-моему, ни разу туда не забирался. Вот, чтобы осмотреть трупы, тела. Да, я не представляю возможности, как туда можно залезть. А лестницы, по-моему, я тут не видел никакой. Так, ну откроем люк. Может, все-таки можно как-то где-то залезть? Там вообще колючая проволока. Не похоже. Не похоже, что можно залезть туда. Не факт, что у них что-то есть. Поэтому прыгаем в люк. Тут у нас вообще вода. О, куда я выплываю? Тут все замерзло. Так, плывем вперед. А куда плыть-то? Есть место-то? Должно быть. А, вот пещера. Там снежные люди ходят, кстати. А, все, миссия закончилась на этом. 3 секрета взято. Убито 39. Аптечек много я съел, конечно. Сохраняемся. И на этом я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Услышимся уже в следующем уровне, в следующей серии. Всем пока.